Готовим сырный омлет. Для этого нам понадобится 3 яйца. Разбиваем их в посуду. Добавляем соль, перец, и перемешиваем смесь венчиков. Также нам понадобится сыр. Отрезаем тонкими пластинками 30-40 грамм сыра. Сыр можно использовать любой, самый простой, российский, голландский, какой у вас есть. На сковороду наливаем масло, разогреваем и выливаем туда яичную смесь. Следом выкладываем сыр. И дальше начинается самый сложный и трудоемкий процесс. Силиконовой лопаточкой постоянно перемешиваем омлет и сыр. Когда эта смесь разогреется и сыр начнет плавиться, перемешивание станет более простым. И все равно продолжаем постоянно эту смесь перемешивать, чтобы у нас получилась максимально однородная масса. Сыр смешается с яичной массой и получится наш великолепный сырный омлет. Далее выкладываем омлет на тарелку. И добавляем к нему по желанию овощи свежие, допустим, помидоры или огурцы. У меня сегодня был инжир и петрушка. Вот такое незамысловатое, но очень вкусное блюдо. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно!